время, время не ждет Киеву, как его понимает такая книжка. Я отдал, который взял Дмитрий, собрать его на дышок. Ты сам знаешь, он только верит. Что ты короче, сделал? Видишь, эмоций не было теперь, а? Нет, я тебе сказал. Но то, каждый день, не каждый, ну, вампил, то просил, что делал. Хочешь тебе там, хочешь там. И ты можешь продать его за любую сумму, которую тебе устроит. Возможно, на это дело? Как это тебе завтра ждать? Я ловлю, звонку. Потому что это для тебя выгодно, а для меня. Коробка у меня там, я крыша лежит. Будем брать или нет? Вот, твоя функция. Такое, на всякий случай, я возьму денег. Вот нормально. Эксклюзивные, бюджетные. Эксклюзивные, шестера. Я по нему дождик, я понять не могу, никакой кто. А насчет договориться? Сеньор Сэп, это номер ко мне. Как хочешь. Слышь, вопрос твой. А дерьма получит. Ну просто вопрос такой. Ты вот эту тему хочешь сделать? А? Ну единственный вариант, что я могу тебе предложить. Подумай над этим. Мне только так выходит. Так что ли? Как художник, я понял. Ну просто другая тема. Такой иду в парашу. Типа там ударит колокол в ДПРе. Хаос ад на его глаз, потому что, ну, реально, ну, не делать. Ну, как хочешь. Это последний раз. Если не получится, значит, все. Ну, ладно, давай, все.